Захарова. Углубляя сотрудничество с НАТО, Ереван рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе. Задача США, да и Евросоюза, очевидно, состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств. И, видимо, получается у них это делать именно на территории упомянутой вами страны. Об этом сегодня, 18 июля, заявила на брифинге официальный представитель МИД России, отвечая на вопрос о том, с чем связано пристальное внимание США к Армении. В Армении предпочитают наращивать взаимодействие с НАТО. Странная история, конечно. Они участвовали в саммите Альянса в Вашингтоне и проводят совместные военные маневры. Наглядный пример – идущие сейчас на территории страны американо-армянские учения «Eagle Partner». Это вызывает не только сожаление. Это вызывает беспокойство за будущее Армении, потому что такие махинации Штаты, ну и естественно. ЕС, как уже считается экономический департамент НАТО, со многими странами проводили не раз, сказала она. По словам Марии Захаровой, чем заканчивается это так называемое «орлиное партнерство», вы прекрасно тоже знаете. Используют, потом выбрасывают за ненадобностью. Углубляя такими темпами сотрудничество с теми, чья цель, как США и натовцы объявляют, стратегическое поражение России, Ереван своими руками рискует серьезно дестабилизировать обстановку на Южном Кавказе в ущерб, в том числе, собственной безопасности. «По-моему, очевидно все», — заявила официальный представитель МИД РФ.